Радио «Лемма» прокачало Первомай. Коллектив радиостанции отметил праздник весны и труда вместе с жителями и гостями Владивостока. Ведущие утреннего шоу «Первая пара» Алена Шестакова и Павел Унучек выступили в качестве ведущих мобильной площадки радиостанции. Они приветствовали участников первомайской колонны и заряжали их праздничным настроением. Краевой колледж искусств, ну пошумим! Важно в день, когда мир, труд, май, никто не трудится, чтобы была хорошая погода, но если она плохая, есть люди, которые это настроение поднимут. Конечно, можно сказать, что мы работаем здесь, но на самом деле это не работает. Мы хотим, чтобы все понимали, что сегодня многие вышли на демонстрации, кто-то с желанием, кто-то без желания, но все уже здесь, поэтому настроение должно быть классное, поэтому вперед, ребята, мир, труд, май! В этот праздничный день гостей и жителей Владивостока, а также участников первомайской колонны ждали позитивные эмоции, множество улыбок, приятные сюрпризы в виде подарков от спонсоров акции «Май труд Лемма». Мы вместе с жителями города, горожанами, сегодня отмечаем этот замечательный праздник, раздаем различные подарки, включаем отличную живую музыку и, конечно же, подбадриваем всех участников. Партнерами нашей акции выступает молочный завод и с их продукцией йога-йогурт от Молли. Еще один наш партнер – кафе грузинской кухни «Сациви», кафе «Тетя Соня», сеть кофеен «Т&М кофе-кафе» и компания «Зеленая точка», а также наш спонсор «Кофемашин». Спасибо всем партнерам, всем весеннего настроения и замечательного праздника. С праздником, друзья! Ура! Коллектив радиостанции «Лемма», несмотря на хмурую погоду, подарил всем участникам Первомая не только заряд бодрости и веселое настроение, но и вкусную еду, горячие напитки, сертификаты в кафе и рестораны и подарочные карты, а также свои улыбки и искренние сердечные поздравления. Как настроение? Замечательно, лучше всех. Под каким лозунгом идете сегодня? Вперед и только вперед. Так сегодня кричит Синро! Синро, ура! Акция прошла на позитивной волне и под девизом «Смело, товарищи, вместе к светлому будущему». Мир, труд, май, Лемма. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.